各自守候在暴雨的冲动，看我撞碎的肩膀伸着手，你的心我的心突然淋湿了天空。后来我好像也终于明白，孤独的山林才辗转领袖，你给了我机会，给我机会从我誓死捍卫，我抱紧你回忆倒叙，我在另一个世界，那个世界和地点，风暴呼啸后的停歇，迷雾中失去了知觉，你依然在我身边，我努力抵抗一切，你安静对我笑的脸，另一个世界，我在另一个世界，那个世界和地点，风暴呼啸后停歇，你依然在我身边，我努力抵抗一切，你安静对我笑的脸，另一个世界，我在另一个世界，那个时间和地点，风暴呼啸后停歇，你不准失去知觉，你依然在我身边，我努力抵抗一切，你安静对我笑的脸，另一个世界。господин К, вы не боитесь, что если убьем иностранцев, все может стать еще хуже? Руководитель Лю, деньги народа пропали. То, что мы можем сделать, это как можно скорее уничтожить саму возможность подписания договора, понимаете? Остановить подписание соглашения можно менее жестоким способом. Зачем нужно кровопролитие? Если не изливать гнев людей через кровопролитие, разве иностранцы смогут действительно что-то понять? Сёка. Не нужно постоянно убивать и проливать кровь. Для нас сейчас самое главное – это деньги вернуть. Это можно сделать без применения силы. Сестра, именно это сейчас нельзя сделать без применения силы. Кто это сказал? Мы сейчас это активно обсуждаем. Разве вы не можете придумать бескровный путь? Да. Давайте подумаем о пути. Да, я должен найти способ. Каждый хочет решить проблему. Нет необходимости спешить. Господин Джоу! Господин Джоу! Господин Джоу! Господин Джоу здесь. Императорский двор не будет давать компенсацию. Предоставление средств отказано. Подпишите соглашение как можно скорее. Не делайте никаких глупостей. Что это значит? После подписания железнодорожного соглашения, все права и интересы вдоль железной дороги будут принадлежать иностранцам. И для простых людей это будет ужасно. Значит, вы послали письмо в императорский двор, прося за деньги, которые вложили простые люди? Если люди не получат права, я должен выдать им хотя бы какую-то компенсацию. На британскую компанию в этом случае я рассчитывать точно не могу. Я изначально надеялся, что деньги сможет выделить императорский двор. Но теперь, похоже... Я должен искать другой способ. Господин Джоу, что вы можете предложить? Давайте не будем применять силу, чтобы добиться справедливости. По моему мнению, нет ничего лучше, как мирные переговоры. Глупая мирные мечта. Переговоры. Мирные переговоры? Кто станет договариваться с вами о мире? Императорский двор или иностранцы? Они будут вас слушать? Наивный. Но все же, нужно попытаться, чтобы узнать, получится ли. Я пришел сюда, чтобы вести вас всех в правильном направлении. Я ищу самый подходящий способ борьбы. Если я в чем-то ошибся, простите. Господин Джоу, рассуждать вам просто так хорошо, верно? Мы пытались договориться с ними, но они отказались. Господин Ке, неудачи не так страшны. Самое ужасное – это склоняться, когда встречаешь неудачу. Борьба никогда не должна прекращаться. Сейчас я готов представлять вас, чтобы пойти в императорский двор и договориться с иностранцами. Хорошо! Хорошо! Хорошо сказано! Господин Джоу, просто идите и говорите за нас. Мы рабочие, поддерживаем вас. Мы поддерживаем вас! Поддерживаем вас! И наши братья-фермеры. Верно, мы тоже поддерживаем.
Мы также поддерживаем. И мы. Мы тоже поддерживаем. Точно! Мы поддерживаем вас! То, как рассудительно говорит господин Джоу, достойно и моего восхищения. Теперь, когда все согласны, великий господин Джоу, прошу вас помочь нам. Великий господин Джоу! Наш клуб Голубого Дракона также не имеет возражений. Господин Джоу, просто ведите переговоры в соответствии с вашим пониманием. Хорошо! Хорошо! Отлично! Сестра, что это вообще за Джоу? И чего он прикидывается, что наши головы будут спасать? Почему у тебя всегда с ним проблемы? Тун Мэн Хой сейчас послал человека, чтобы помочь нам. Это же хорошо. Теперь о нас и говорить хорошо будут. Но, сестра, ты не понимаешь. Люди в Тун Мэн Хое только и могут что красиво говорить. Зачем им наши головы защищать? Я думаю, что господин Джоу молодец. Чего тебе? Поесть с тобой хочу. Согласна или нет? Я знаю, что тебе надо. Хочешь меня так заставить заплатить больше по соглашению? Я же сказала, что говорить здесь не о чем. Я не хочу сейчас это обсуждать. Кто сказал, что я это с тобой обсуждать хочу? Я просто не могу тебя сводить пообедать. Согласна или нет? Пообедать? Ты так скучно работаешь здесь каждый день, слишком муторно. Мне так скучно смотреть на тебя. Да и ты в Сычуане. Как ты можешь не выйти куда-нибудь поесть? Я буду убита, если выйду. Если ты будешь так одета, тогда да. Тебе нужно переодеться. В китайском платье ты выглядишь лучше, чем в английском. Буду считать это комплиментом. Пошли. На улице сейчас небезопасно. Советую подумать. Не волнуйся. Я все устроил. Цзэсэнь. За ними. Это говядина? Почему она такая? Ее называют светящейся говядиной. Почему светящейся? Почему светящейся говядины? Легенда гласит, что изобретатель этого блюда как-то приехал в город, чтобы устроить бизнес. Он специально нарезал говядину так тонко и повесил перед входом, а сзади поставил керосиновую лампу. Клиенты, что приходили, видели за ней свет, а потому из интереса ее покупали. Со временем все стали называть ее светящейся говядиной. Эта говядина вкусная и вкус мгновенный. Вот как значит. Этот молодой человек так много знает. Не так уж много. Что же, прошу, заходите. Чего смотрите? Подходите есть тоже. Ешьте этот деликатес. Без нас. Сестра! Цзэсэнь, оставь ее. Подходи есть. Хозяин, две миски лапши. Подождите минуту. Ваша говядина. Все говорят, что Сычуань – это земля рыбы и риса. И это правда. Здесь можно хорошо провести время. Хотя это земля рыбы и риса, но это и самое закрытое место в Китае.
Перевозка большого количества риса давно была большой проблемой. Вот почему вы должны построить железную дорогу. Из-за особенностей ландшафта торговцам здесь трудно проходить. И построить железную дорогу здесь тоже сложно. А я думала, что ты в этом эксперт. Значит, ты тоже это не ел. Сестра, что такое? Наелась. Сестра, не злись. Глава это делает, чтобы убедить Мэри поднять цену. Так что он должен ее сегодня радовать. Но я-то не рада. Сестра, раз так, то давай не будем смотреть на это, хорошо? Можем уйти. Нет. Хочу посмотреть, как он других радовать может. Ты сказал, что здесь трудно проходить из-за особенностей ландшафта. Тогда зачем нам ремонтировать железную дорогу, учитывая еще и то, что местные против? Ты первая об этом заговорила. Я же сказал, что не буду тебя этим доставать. Все нормально, говори. Я сейчас в хорошем настроении. Строительство железной дороги. Здесь нужно углубиться в истоки. Люди думают, что это их личное дело. Они не хотят, чтобы посторонние помогали, особенно иностранцы. Они просто хотят полностью свою железную дорогу. Потому они и без прямого принуждения императорского двора готовы были платить, были они богатыми или нет. Они отдавали все свои сбережения для этой железной дороги. Вот знаешь, сколько стоит наша еда? 10 медных монет. Что такое 10 медных монет? Простые люди могут заработать до 3 монет в день, даже не 10. Так что подумай, смогут ли, собрав 4,5 миллиона, простые люди, как ты сейчас, есть? Я не могу понять это. В любом случае. Собирать им деньги явно было нелегко. Да. Это было нелегко для людей. Почему они теперь так борются за возвращение этих денег? Причина простая. Потому что им было очень тяжело их собирать. Они с нетерпением ждали каждый день успешной постройки железной дороги, надеясь, что это поможет жить им хорошо. Но сейчас и железная дорога сломана, и деньги пропали. Я даже представить себе не могу до конца. Мэри, подумай об этом. Думаешь, простые люди могут принять это? Если бы я был простым человеком, я бы не смог принять это. Сестра, смотри. Будь внимательна, а то как бы главу эта девица не забрала. Бред. Он не такая драгоценная, чтобы его забирать. Женщины. Такие двуличные. Ты слишком много болтаешь. Жуй молча. Чун Ли Мин, я знаю, что ты прав. Но у меня также есть своя позиция. Я покупатель, а не филантроп. Цель компании... Это стремится к прибыли. Я знаю. Я не хочу, чтобы ты отказывалась от прибыли, но нужны рамки понимать. Если народ окончательно взбунтуется, для соглашения это не будет хорошо. И ведь проблемы, которые можно решить с помощью денег, по сути, проблемами не являются. Если ты потратишь деньги, чтобы все уладить, соглашение будет подписано, и можно будет спокойно начать работу. Разве это не хорошо? Ведь ты же не хочешь... Чтобы народное недовольство окончательно вышло из-под контроля, верно? Что? Хотите мне это купить? Если тебе это нравится, то забирай. Сестра! О. Давай, иди сюда. Сестра, почему ты сейчас такая довольна? Я тут подумала. Ты прав. Мы и правда не должны надеяться только на господина Джоу. Вот видишь, я же прав. Джоу Юэ не такой хороший человек. Мы не можем рассчитывать на него, сестра. Я имею в виду, что мы не должны надеяться только на одного человека. Что это значит? То есть еще кое-кто может помочь нам? Угадай, кто? Кто? Наш спаситель.
Чун Ли Мин. Чун Ли Мин? Сестра, откуда ты это знаешь? Люди из иностранной компании появились на Анане. Я послала наших последить за ними. Наше правительство организовало охрану иностранцам. Чун Ли Мин здесь как раз для того, чтобы защитить иностранцев. Он сейчас тоже здесь. Сестра, Чун Ли Мин — тот, кто может убить меня. И ты еще рассчитываешь на него? Не говори ерунды. Он наш спаситель. Нет. Чун Ли Мин — наш враг. Янь Шифань — наш враг. Сяока, ты можешь игнорировать другие вещи. Но в этом деле ты должен слушаться меня. Ты забыл, что это именно Чун Ли Мин спас нас обоих? Я знаю, какой Чун Ли Мин. Он просто не знает сейчас правды. Если бы он знал правду, он точно бы не согласился. Послушай меня. Чун Ли Мин — наш спаситель. Он помогал мне. Он наш союзник. Он совершенно не может быть нашим врагом. Я не думала, что ты будешь так разумно рассуждать. На самом деле, это не совсем невозможно. Но у меня есть условие. Какое условие? Если ты поцелуешь меня, я рассмотрю план компенсации. Твой отец занимается железной дорогой, потому что ему этого хочется. А согласна ты или нет, это уже не твое дело. Делай, что хочешь. Хорошо. Стой. Как бы ни была велика проблема, с нашей компанией она вообще никак не связана. Даже если мы не заплатим ни копейки, китайский императорский двор решит это за нас. Скажи, почему ты ее не поцеловал? Если бы ты ее поцеловал, возможно, вопрос был бы решен. Она просто так это сказала. Если бы я воспринимал это серьезно, я был бы идиотом. Если бы она действительно согласилась заплатить, ты бы поцеловал? Ючу, Мэри сделала это нарочно, чтобы тебя позлить. Чего бы меня это злило? Я знаю, что ты считаешь ее своей соперницей. Чун Ли Мин, не воображай себе слишком много. А? Ты действительно не хочешь знать, что я ей сказал? Что ты ей сказал? Хочешь узнать? Говори давай. Хорошо. Тогда поцелуй меня, и я скажу тебе. Не хочешь говорить, не надо. Ладно, скажу. Я сказал Мэри, что я, Чун Ли Мин, могу поцеловать только ту, кто мне нравится. Развлекаетесь, значит? Иди, иди. Иди давай, иди. Глава, зачем вы здесь? Судя по всему, руководителю округа замечательно живется. Нет, что вы! Я хочу кое-что у вас спросить. О чем? Кто инициировал сбор средств на железную дорогу?
Этот сбор средств был инициирован провинцией. Наш округ, естественно, ответил. Тогда кто получил в итоге эти деньги? Деньги были переданы наместнику провинции. А потом, после начала проекта, мы подали заявку на финансирование. Его выделять нам должны были 3 раза. Первый раз нам дали 300 тысяч лянов. Это было использовано очень быстро. Потом мы забросили деньги 2 раз. Еще 300 тысяч. И ляны тогда, знаете, словно сквозь пальцы утекли изо всякого. Еще и погода была жаркой. Так что в итоге ничего не получилось. Проложили менее 100 ли, а деньги были потрачены. А третий раз... Вы сказали про третий. Но на это денег еще нет. То есть? Знаете, у округа Нанян должна же быть хотя бы своя станция, верно? Так что я подал заявку на 400 тысяч лянов. Нужно было потратить на всякое, да и самому зарплату получить. И станция начала строиться, но неожиданно серебро вдруг стали забирать назад. И я теперь сам должен был много денег. А они еще эту ассоциацию создали и просят у меня деньги теперь. Но откуда они у меня? А какая причина того, что императорский двор денег не дал столько, сколько надо? Я не знаю! Не знаете? Сегодня Ючу с братом наконец-то ушли. Давайте расслабимся. У кого 3? Берите быстро еще. Ты сказал, что глава взял Ючу, чтобы пойти поговорить с Мэри. Не случится ли чего? Максимум, очередной приступ выпендрежа у главы. Но я слышал, что у Мэри и главы были раньше чувства. Чего? Мэри у нас кто? Мэри у нас бизнесмен. Бизнесмены прежде всего говорят о выгоде. Какие там чувства? Такое вообще в стороне. Кроме того, разве в компании? За Мэри последнее слово. Иностранцы доверили бы ее решать судьбу миллионов. Бред. Да. Но это постройка железной дороги. С правом получать прибыль по маршруту. Знаете, сколько это денег? Так что они явно должны заплатить больше. И я так скажу. Думаю, что глава об этом сейчас даже и не задумывался. Да и если говорить решил о делах, зачем ему брать с собой Ючу? Да, зачем там Ючу? Точно, зачем там Ючу? Именно. Играем. Играешь еще? Почему ты постоянно меня по голове бьешь? Делом заниматься надо. Ты и Ван Гэ пойдете иностранцев охранять. Опять я? Почему не Аи? Раз я сказала, то пойдешь ты. Поговори мне еще тут. Иди уже давай. Я хочу в карты немного поиграть. Если ты сможешь вытащить пистолет и спустить курок, то ты выиграл. Давай начнем. Я хочу еще попробовать. Еще один раз. За минуту это не выучишь. На первый раз уже неплохо. Ай, ты молодец. Отлично дерешься. Ай, и как? Боевые навыки дяди Ли поразительны. Я пойду воду кипятить. Ай, дядя Ли очень опытный боец. Не нужно нервничать. Время еще есть. Ты еще сможешь научиться. Вот, посмотри на это. Три народных принципа? Кто это написал? Господин Сунь Вэнь. Сунь Вэнь? Господин Сунь Вэнь – основатель нашей организации. Знаешь, откуда все эти идеи, которые я тебе рассказал? Это источник революционной мысли. Тогда скажи мне, в чем заключаются три народных принципа? Три народных принципа – это, по сути, национализм, народовластие и народное благосостояние. Национализм, народовластие и народное благосостояние? Народное благосостояние обозначает прежде всего равенство землевладения. Равенство землевладения? То есть, раздать земельные участки по равной доле обычным трудящимся. Землю могут отдавать народу?
В годы моего детства ни у кого не было достаточно земли и еды. Все нужно было забирать. Выживать приходилось, таясь. Ай, мы, революционеры, просто хотим, чтобы у всех была еда и было место для жизни. Раз революция действительно так хороша, я хочу быть с вами. Революция действительно так хороша. Тогда скажи мне, что такое национализм? Боюсь, если я тебе об этом скажу, тебе может быть неприятно. Почему? Национализм. Это... Он связан с императорским двором, который ты сейчас представляешь. Все то, о чем мы говорили, это предпосылки для реализации национализма. Это свержение власти императорского двора и восстановление Китая. Создание новой страны. Императорское правление должно быть свергнуто. Господин Джоу. Не путайте его. Хорошо. Ладно. Айя, возьми это. И приходи ко мне, если у тебя будут идеи. Значит, я могу прийти к вам в любое время? Конечно. Добро пожаловать в любое время. Тогда я пойду. Дядя Ли, я ухожу. Хорошо. Господин Джоу, это нормально? Он, в конце концов, из императорского двора. Дядя Ли, Айя отличается от них. Вы заболели? Да нет, просто небольшая простуда. Это быстро пройдет. Джухоу Дзянь, что вы ищете, проверяя эти старые бухгалтерские книги? Я не проверку веду. Это подробное описание доходов и расходов округа Нанян в последние годы. Я просто хочу знать, каков баланс, чтобы постараться выдать людям как можно больше компенсации. Значит, пока людям ничего не было выдано? Этот окружной судья плачется мне каждый день. Я должен знать, действительно ли он беден или притворяется бедным. На самом деле нет нужды особо смотреть на старые отчеты. Уже понятно, что в маленьком округе Нанян могли провернуть много разных схем. Я уже обнаружил много необъяснимых доходов и расходов. Посмотри на это. Что это? Это все деньги, собранные окружным офисом. Посмотри еще на это. Три праздника и две жизни? Три праздника и две жизни. Разве это не правило только для Пекина? Хотя это правило для Пекина, но люди здесь учатся быстро. Маленькому округу приходится каждый год тратиться на всякое. Посмотри на эту сумму. Сотни лянов утекают сквозь пальцы. Да даже тысячи. Туда монета, сюда монета. И в итоге остается не так много. Если судить по счетам, правительство округа довольно бедное. А казна-то у вас есть? Да, есть. Но там только 10 тысяч. Всего 10 тысяч? Да. Всех серебряных лянов казны недостаточно для решения проблемы. Джухоу Тянь, я кое-что понять совершенно не могу. Вы говорили, что для постройки железной дороги округ Нанян собрал 4,5 миллиона. Как у вас так быстро могли закончиться все деньги? Вы же сказали, что для продолжения строительства железной дороги все было продано британцам. Куда тогда ушли все деньги? Это... Ты еще не поел, верно? Я отведу тебя в хорошее место. Пошли. Сюда. Спасибо, господин Цянь. Садитесь, садитесь. Господин Цянь. Хорошо, садитесь. Спасибо, господин Цянь. Садитесь, садитесь. Садитесь. Хорошо, спасибо, спасибо. Старина Ву, как дела сейчас? Хорошо. Но людей все больше и больше приходит.
Нам уже не хватает того, что есть. Осталось только на 5 дней. Давай. Возьми их на крайний случай. Остальное я решу. Спасибо, спасибо. Господин Цянь, что вы делаете? Императорский двор отказывается платить компенсацию. Я ничего не могу поделать. Я могу только делать все возможное, чтобы раздавать кашу. Пусть они наполняют свои желудки. Но вы должны понимать, что одной кашей народные страдания облегчить нельзя. Хорошо, не будем об этом. Давай поговорим о сборе средств на железную дорогу. Как ты и говорил, мысль о строительстве железной дороги очень понравилась сычуанцам. Из таких округов, как Найнан, собирались огромные суммы. Однако, тот, кто за это отвечал, подумал, что эти средства практически неисчерпаемы, так что много денег расхищалось практически напрямую. В итоге, когда дошло до самого строительства, оказалось, что денег осталось уже мало. Плюс не самый лучший ландшафт в Сычуане. Денег, выделенных ранее, хватило только для ремонта нескольких участков железной дороги. А потом начали подавать заявки на финансирование снова и снова. Дефицит становился все больше и больше. Они не боятся потерять головы? Это очень распространено в Министерстве машиностроения. Схемы по восстановлению дефицита. Но разве несколько миллионов так легко восстановить? Они использовали оставшиеся деньги, чтобы поехать в Шанхай и сделать большое дело. Какое большое дело? Купить акции. Акции? Все с оптимизмом смотрели на запасы каучука и покупали как сумасшедшие. В феврале каучук стоил 25 лянов за акцию, а до апреля цена выросла до 50. Такое масштабное удвоение за короткие сроки. Они думали, что если увеличение продолжится, то за месяц удастся восполнить весь дефицит. Они вложили все, что было в акции. Но никто не ожидал, что каучуковый бизнес потерпит крах. Начался резкий спад производства. Финансовый кризис также раздался в Лондоне. Все инженерные модели исчезли в одночасье. Это просто дурдом какой-то. В этой ситуации, как я могу забыть о своей совести и подписать соглашение с британцами? Джухоутянь. Давайте вместе найдем способ помочь вернуть народу их деньги. Хорошо. Я готов вместе с тобой трудиться для людей. Спасибо. Господин Джоу, вы здесь в этот раз? Госпожа Фанер, ассоциация использует вашу землю для своей штаб-квартиры, так что перед тем, как действовать, я, конечно, должен переговорить с вашим голубым драконом. В последнюю встречу я, возможно, что-то не так сказал, и ваш руководитель обиделся. Я пришел сегодня поговорить с ним и все разъяснить. Я готов идти на компромиссы. Вы слишком добры. Это мы, стремясь помочь людям из-за вынужденной спешки, могли грубовато выражаться. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Раз я все-таки здесь, то хотел бы все-таки переговорить с вашим руководителем лично. Да. Я его позову. Подождите. Хорошо, госпожа Фанер. Вам не кажется, что все идет хорошо? Это не похоже на то, что вы говорили. То, что сказала госпожа Фанер, не считается. Проблема здесь в ее брате. Он пришел, чтобы спокойно поговорить. Почему ты не хочешь его видеть? Его отправил Тун Мэнхой. Именно потому, что его отправил Тун Мэнхой, я не хочу его видеть. Мы же создали ассоциацию для защиты людей. Разве не хорошо, что Тун Мэнхой на это откликнулась? Они даже послали человека, чтобы вести переговоры. Разве это не чудесно? Сестра, ты думаешь, что этот Джоу действительно пришел, чтобы вести нас? Нет. Он пришел, чтобы захватить власть. Захватить власть? Сестра, позволь мне спросить тебя. Наша ассоциация так долго двигалась в каком направлении?
Борьба. Ради людей. Любой ценой. Даже силой борясь за них. Но что? Что сказал Джоу Юэ? Мирные переговоры? Разве это не чепуха? Какие вообще могут быть мирные переговоры? Джоу Юэ просто перетягивает одеяло на себя. Мы не можем так говорить. Разве не правильно, что люди говорят об этом? Сестра, даже если он это провозглашает, что в действительности будет хорошего для нас? О чем ты говоришь? Если он добьется, чтобы нам вернули деньги, разве это не будет хорошо для всех? Ключ в том, добьется ли он. Сможет ли он договориться? Нужно посмотреть сначала. Если я увижу, что он действительно хочет вернуть нам деньги, то я подчинюсь ему. Но до этого ни за что. Это неразумно. Мне все равно. Мой голубой дракон не будет его слушаться. Люди хотят, чтобы ассоциация шла по пути мира. Сестра, почему ты никак не можешь понять? Вся ассоциация держится только на нашем клубе Голубого Дракона. И ты же должна была понимать. Сестра, как вся наша семья мучилась до этого. А теперь ты говоришь, чтобы я дал руководство своим клубом Голубого Дракона ему. Да ты, видимо, вообще ничего не понимаешь. Это дело не обсуждается. Барышня, что вы делаете? Клейкий рис. Клейкий рис? Скоро праздник середины осени. Это любимый сычуанский праздник. В этот праздник есть традиция кушать лепешки из клейкого риса. Раз вы теперь потолок, Лерис, то можно это попробовать? Я могу дать вам. Возьмите. Очень сладко. Вы правы, это действительно вкусно. Кто научил вас так замечательно готовить клейкий рис? Моя мама. Пирог из клейкого риса от моей мамы очень вкусный. Это всем известно на 10 ли. И где ваша мама? Она умерла. Моя мама умерла. Мой отец тоже мертв. Я сирота. Простите, барышня, что напомнил вам о вашей печали. Наша семья выращивала рапс. Хотя жили мы бедно, но были вполне счастливы. Однако мой отец был все равно недоволен. Он часто брался за небольшие дела, пытаясь начать свой бизнес. Однажды он поехал в округ и услышал, как люди говорят о железной дороге, что после покупки акций, после ремонта дороги, могут быть выплачены дивиденды в двойном размере. Он был очень впечатлен. Что случилось потом? Потом он подумал, что это прекрасная возможность. После возвращения в деревню, он одолжил 2 ляна серебра на акции, а потом рассказал об этом всем в деревне. В итоге вся деревня собрала 100 лянов серебра, чтобы мой отец мог купить больше акций. Кто знал, что акции потом исчезнут. Деньги всей деревни ушли вместе с деньгами моего отца. Мой отец так разозлился, что совершил самоубийство, выпив рассола тофу. Моя мама, не смея смотреть на людей после этого, повесилась. Позже госпожа Фанер взяла меня сюда, позволив мне работать служанкой. Я здесь готовлю теперь. Как вас зовут? Юбин. А вас? Зовите меня Джоу Юэ. Брат Джоу, почему я вас раньше не видела? Давайте выпьем чаю. Вы тоже из Голубого Дракона? Нет.
Я из Тон Мэнхуэ. Это отличается от клуба господина К? Отличается. Они хотят применить силу, а я не хочу. Они хотят понимать правду. Если действительно применить силу, ранее или убивая иностранцев, разве иностранцы захотят сдаться? Так что сейчас нельзя действовать импульсивно. Нужно идти путем мирных переговоров. И тогда иностранцы добровольно заплатят и выполнят наши требования. Правда? Мы правда сможем вернуть наши деньги? Хотя это сложно, но я сделаю все возможное, чтобы этого добиться. Господин Джоу. Господин К не может с вами встретиться. Я должен попросить вас и ваших людей нанести визит в другой день. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Барышня Юбин, я пойду. Госпожа Фанер. Госпожа Фанер, мы пойдем. Господин Джоу, простите за сегодня. На самом деле мой брат не так себя обычно ведет, но не волнуйтесь, я постараюсь убедить его. У меня еще много дел, и в этом вопросе, полагаю, я должен положиться на вас. Я сделаю все возможное, чтобы сотрудничать, ведь нужно придумать хороший способ борьбы. Большое спасибо.